Правительство Чувашии готовится подать заявку на получение так называемых инфраструктурных кредитов. Такую меру поддержки регионам предложил реализовать президент Владимир Путин во время своего ежегодного послания Федеральному собранию. Деньги будут выдавать под незначительный процент, речь о трехгодовых и под конкретные программы развития, начиная от замены лифтов до строительства важнейших объектов на селе. Региональные министерства составили список из 37 проектов. Заявку в правительственную комиссию Чувашия планирует подать в начале сентября. К окончанию срока максимально уже накопится заявки из других регионов. То есть наша задача войти в этот процесс как можно быстрее и отработать с коллегами из Минфина Российской Федерации, из Минэкономразвития Российской Федерации, Министерства транспорта и дорожного хозяйства.